В прошлом году в экономику Жалагарского района инвестировано 10 миллиардов тенге. Об этом сообщил на отчетной встрече с населением аким района. Рисоводы района в прошлом году собрали свыше 126 тысяч тонн риса. Несмотря на капризы природы и нехватку поливной воды, дихани с каждого гектара получили в среднем по 56,6 центнеров риса. Район закончил год с положительными показателями не только в рисоводстве. Развивается предпринимательство. Немало сделано для повышения качества жизни населения. В целях развития опорных населенных пунктов за счет средств областного бюджета в 2018 году в ауле Мадинет построен клуб на 150 мест стоимостью 260 миллионов тенге. На 196 миллионов тенге – спорткомплекс. В 2020 году в населенном пункте Ахком планируется строительство спортивного сооружения. В регионе решается вопрос с питьевой водой. В аулах Ахсу, Есетбатыр, Бухарбай-Батыр, Енбек, Жанаталап, Карагиткен, Тан и в аульном округе имени Мурали Шаменова население обеспечено питьевой водой круглосуточно. В аулах Махпалколь, Ахкыр и Жанадаря в этом году завершатся работы по бесперебойному обеспечению водой. Так мы охватим все 15 населенных пунктов района. На контроле ситуации с дорогами подготовлена проектно-сметная документация на 1,3 миллиарда тенге для строительства и капитального ремонта дорог. В этом году в райцентр придет газ, начнется строительство центральной больницы. Жалгарцы выразили удовлетворение сделанным, дали новые наказы акиму. Чингис Валиханов, Ербулат Турсунгожай, Пикпулат Абденов, Турихан Кожахметов, телеканал Кызылорда.